Мы продолжаем. Образование, медицина, производство, бухгалтерские учеты, вакансии, не требующие специальной квалификации. Топ-5 самых востребованных сфер деятельности в Алматы назвали представители карьерного центра города. В целом же рынок труда в мегаполисе развивается по нескольким направлениям. Для специалистов, которые хотели бы переобучиться или повысить свою квалификацию, есть 6-месячные курсы. До конца года запланировано обучить порядка 1000 человек. Существуют также специальные программы для трудоустройства молодежи. Это и предоставление безвозвратных грантов для новых бизнес-идей и субсидирование социальных рабочих мест для студентов, проходящих годовую молодежную практику. Благодаря этой программе уже трудоустроено свыше 6000 человек. Кроме того, 70% жителей старше 50 лет получают субсидии от государства. Разработана специальная программа для пенсионеров. По данным статистики, в городе сейчас зарегистрировано 28 тысяч безработных, из которых около 10 тысяч составляют молодые люди. В городе запущена с июня этого года программа по трудоустройству лиц пенсионного возраста «Алтын жас» на 24 и 26 годы. В программе могут принять участие женщины от 61 года и мужчины от 63 лет. Данная программа призвана создать равные условия по вовлечению в занятость лиц пенсионного возраста